Меня зовут Владимир Иванович, и я приветствую вас на своем столярном канале. В моей столярной мастерской находится фрезерный станок семейства Jet, модель 35X. Вот за ним, друзья, я сижу. Завод укомплектован вот таким устройством. Это транспортир каретка. Хочу изготовить сегодня полноценную каретку для того, чтобы безопасно устанавливать заготовки. И эта каретка жестко удерживала эти заготовки при фрезеровании. Основанием каретки будет служить текстолит. Приобрел такой радиолюбительский текстолит. Он в отверстиях, форма не идеально ровная, поэтому отрезаю с небольшим запасом и на барабанном шлифовальном станке выведу геометрию, а потом подровняю края. Для фиксации заготовок будет механизм, и надо сделать ручку для этого механизма. Чертеж пока плохо видно. Это эксцентрик, круг со смещением. Сначала, пока заготовка квадратная, надо прорезать внутри паз на 8 мм. Для болта выставляю глубину. Глубина это до ручки. Здесь будет ручка, то глубина до ручки. И выбираю методом переворачивания. Форма. Здесь круг переходит в ручку. Немножко с эксцентриком смещение. Смещение совсем немножко. Вытащил такую запчасть. Это стержень и просверлено отверстие на 8. Ну и теперь засверлить насквозь. На ленточке и шлифовальная машина все это подрезать и отшлифовать. Каретка состоит из таких основных деталей. Отрезок текстолита, отрезок доски, здесь утолщение, сейчас когда соберу вам, друзья, станет понятно, прослеженное отверстие, подобрал интересные болты для крепления, вот такая гайка под шестигранник и с внутренней резьбой, чтобы закручивать болт, потому что на самой каретке очень тяжело установить длинный болт. Это мебельная фурнитура. Она легко устанавливается, зажимается шестигранником. Собирается легко. Вот такая каретка деревянно-текстолитовая должна устанавливаться на стационарную каретку. Конечно, друзья, обязательное требование – это прямой угол здесь. Один прижим будет стационарный, он будет устанавливаться вот здесь. Я просто нанес в качестве финишного покрытия один слой нитролака. И хочу обратить внимание еще на самодельную струбцину. Состоит из такого рычага, такой палец с внутренней резьбой на 8. Он вставляется в этот эксцентрик. Болт длинный. Болты, друзья, надо иметь несколько, в зависимости от ширины обрабатываемой детали. Еще такой прижим.
как вы догадались. И еще один прижим. Регулируемый. Вот такие заготовки надо тоже подбирать согласно своей заготовке. Итак, для того, чтобы установить заготовку, прикладываем щелчок, зажимает струбцина, а вторую струбцину надо отрегулировать в зависимости. Ну вот такая получилась струбцина. И все вот это устройство устанавливается при помощи вот этих двух болтов на стационарную каретку. Устанавливается каретка довольно-таки легко и просто. Вот эти два болта, шестигранки, они входят в пазы, которые на упорной планке. И отсюда зажимается шестигранным ключом. Вся каретка может перемещаться к фрезе и от фрезы, потому что перемещается легко упорная планка. Есть жесткая фиксация, то есть мы подбираем так, чтобы расстояние вот это было минимальное до фрезы. Как же происходит крепление? Устанавливая деталь, для этой детали должна быть какая-то база при установке. Равняем и вот этой струбциной, друзья, зажимаем, фиксируем. Она даже одна, эта струбцина, удерживает хорошо. Болт, который стоит в каретке, можно регулировать, убирать зазор. Самодельная струбцина обладает большим усилием. И вот так, друзья, все это перемещается устройство. Для того, чтобы освободить, освобождаем самодельную струбцину, освобождаем прижимную и сверху струбцину, убираем заготовку. Все происходит быстро. Еще раз скажу, что на фрезерных станках фиксация деталей должна быть очень надежной. Сейчас посмотрим, как работает эта струбцина в работе. Сегодня, друзья, познакомил вас с самодельной кареткой, которую установил на фрезерный станок JET-35X. Вот так она выглядит. Я показал эту каретку в работе. И традиционно говорю, задавайте вопросы, комментируйте. Всем доброго, до новых встреч. С уважением, Владимир Иванович.